Евгений Петрович, а у вас есть планы снять фильмы в Индонезии, в Тихом океане. А о чем будут эти фильмы? Как это будет происходить? Друзья, у нас есть грандиозные планы снять серию 12 фильмов по маршруту «Огненное кольцо Тихого океана», где будут затронуты Индонезийские острова, острова в акватории Тихого океана, а также Антарктида и вообще все материки. Вот. Будут сниматься они на особой яхте, индонезийской традиционной яхте «Инис». И эта яхта будет одновременно в нашей лаборатории и кинематографической студии. И вообще целым домом получится. А что за таинственные острова Призраки? Что вы хотите там объяснить, найти? Отдельная тема у нас – это острова Призраки. Это не легенда. Острова Призраки существуют. Острова Призраки – это особое скопление пемзы вулканической деятельности, то есть выбрасываемые погодными вулканами. И эти острова мы можем обнаружить для производства уникальных плавучих атоллов. Это целые плавучие города, эко-города, которые будут производить рис, и на которых вы можете поучаствовать в туристической кампании. И у вас есть поддержка, инвесторы. Как относятся к вашему проекту? К нашему проекту с большим интересом относятся инвесторы из Америки, из разных стран, в общем, не буду открывать все карты сейчас. Вот. Но интерес огромный, и это очень сейчас актуально, потому что это связано и с изменениями климата, и с экологией, и вообще с путешествиями по миру. А есть у вас друзья, партнеры, которые уже делают такие проекты на своих яхтах, кораблях? Да, у нас есть очень хороший друг, партнер, так скажем, компания. Там целая команда друзей, на самом деле. Это экспедиция Tara Expedition Yacht называется. Это целый конгломерат ученых, студентов с, в первую очередь, из Франции и из других стран. Они сотрудничают с Парижской Форум и еще с огромными организациями, занимающимися экологией, экологическим развитием технологий, таких как энергетика и много-много. То есть на выходе будут фильмы, которые будут обучать. Это целый спектр, фильм, захватывающий все 12 сфер жизни человека, потому что в нем будет заложено и библиотека космических знаний, писателя Рили, руническое планирование, фэнтези-книги писателя Рили, которые могут снимать в дальнейшем фильмы по сценарию. И там будут уникальные проекты, уникальные встречи, люди, места, ресурсы удивительные, наши планеты будут рассказаны и показаны. А какие отношения у вас с писателем Грином, с Питером? Какие отношения уже? Министерство культуры и печати, и там полное название потом выложим. В общем, уникальные министерства и в Петербурге, в первую очередь, они очень заинтересованы нашими проектами интеллектуально-творческими и готовы, и уже начинают нас поддерживать сейчас на информационном уровне, в плане социальных сетей, социальных связей. В дальнейшем они, конечно же, подключатся, у них сейчас идет фестиваль, начинается «Белые ночи» и «Алые паруса». Это огромное количество школьников Санкт-Петербурга будут участвовать на этом фестивале красивейшем, где будут под флагом «Алых парусов» проводиться вот этот фестиваль. То есть мост дружбы? Мост дружбы между Россией и Индонезией. Спасибо.